Занял этот процесс примерно, ну, пару месяцев, наверное, вот так вот. Зимой в гараже я тихонечко закрылся и начал примерно рассчитывать законы физики, гидродинамики и, в принципе, создал вот такую вот своеобразную конструкцию. Такой общественный интерес большой, то есть, что автомобиль плавает, памятники красивой архитектуры стоят, и фотки на этих памятниках машины. Все сначала думали, что это фотомонтаж. То есть...